Итак, продолжаем доделывать Shelby. Теперь давайте пока все оставим так, как есть по прошлым роликам, и закроем вот этот зад. Как будем делать? А будем делать семерку на numpad. Numpad под правой рукой. Так, камера, свет пока не надо. Так. Выбираем опять же вершины. Вот одну вершину берем, самую верхнюю, так смоем, чтобы вот она на кончике была здесь, на краю. Так, семерка на нампаде. И погнали обводку вот эту вот делать теперь. Е. Выводим сюда. И погнали, сколько у нас тут. Вот еще ориентируемся вот к этой теперь вершине. К ребру вот к этому, чтобы можно здесь было потом провести тоже ребра сделать. Так, Е делаем вот сюда и состыковываем в центре. Так, теперь поближе поставлю. Теперь нам нужна вот эта вот именно обводка. Вот мы делаем теперь Е вот здесь. И вот эту часть тоже. Так, это получается у нас как-то где-то вот в таком духе будет, наверное. Так, смотрим, что тут вообще получилось. Так, ага. Выбираем теперь вот эти вершины. Вот так. И F закрываем. Они нам понадобятся для ориентира. Так, ну и вот это тоже. Так, F. Закрыли. Теперь нам нужно что? Так, верхняя точка у нас вот эта. Вот эту точку, вот эту вершину тоже. Вот эту и вот эту поднимаем. G. Повыше. Так, единица на нампаде. Да прям, наверное, G еще повыше. Нифига себе выходит перепад. Ну ничего, сейчас будем стараться все это дело закрыть. Так, вот эту вершину Delete вертексы. И теперь потихоньку все это дело будем закрывать. Так, G чуть-чуть уводим вершину. Выбираем теперь вот эту вершину. Ну и давайте Е. Так, это вот сюда. Теперь опять же Е сюда подводим. Ну, так это закроем. G поднимаем. Смотрим, что-то получилось я такая. Вершину подгоняем. Вот сюда. И создаем вот такой вот типа бампер. Так. Как бы эту штуку обыграть. Так, это значит вот эту вершину G. Закрываем сразу, значит, верх вот этот. Выбираем ребра. Вот это ребро берем и вот это. И экстрадируем его. Так, единица на нампаде. Делаем Е. Е. И еще раз Е. Вот сюда как бы доводим. А теперь вот эти вершины нужно соединить вот с этими. Как будем делать? Теперь выбираем, наверное, опять ребра. Вот эти. И делаем им английскую Е. Выводим. Смотрим, что тут получается. F. Так.
Ctrl-Z. Ну, пока так. Теперь вот эта вершина нам понадобится. Так, вот эта вершина. Сколько у нас тут делений? Вот эту вершину экстрадируем Е сюда. G немножко ее уменьшаем. И, наверное, соединим их теперь. Две вершины убираем и M нажимаем. Alt-центр. Ну и вот с этой тоже так же поступим. E. Выбираем вот эту вершину и M Alt-центр. Так, ну и вот эти тоже, наверное, получается. Ну, в принципе, это можно закрыть как полигоном. Вот, выбираем теперь все вершины, вот эти. И по прошлым роликам F закрываем. Выбираем вот эти теперь вершины. И F закрываем. Вот что-то такое получается. Теперь будем это все дело добавлять ребра и корректировать. Так, что у нас с этой частью? Так, здесь у нас, в принципе, тоже все можно позакрывать. Где, ну, состыковка идет F. А потом будем отбивать уже заднюю часть полностью. F. Так, это закрыто. Вот эту часть теперь G подравниваем. И вот эту часть E экстрадируем. Объединяем теперь вот эти две вершины. Жмем M, Alt-центр. И закрываем их, чтобы видеть уже, что тут будет происходить. F английская. Так, почему-то не хочет закрываться полигон. Вершина, вершина. И это тоже. Хорошо, мы тогда сделаем так. Delete вертексы. Удалим. Что тут получается с этими полигонами? Закроются? Нет. Тогда мы их тоже delete вертексы. И что у нас тут остается? Закроем теперь вот этот полигон. F. Ctrl-Z. Еще одну вершину забыл. F. Выделяем, закрываем. Так, что тут еще получается? Попробуем экстрадировать вот эти теперь вершины. Жмем E. Так, вот эту вершину G уводим сюда. Так, эту вершину G приподнимаем поближе, подводим как бы с закруглением. Так, вот что-то должно выйти. Вот эту вот сюда выводим. Так. Ну и пробуем закрыть полигон. Ctrl-Z. Ну, хотя бы так что-то. Теперь закрываем эти полигоны. И будем сейчас все это дело корректировать.
Так что с этим полигоном тоже. Вертексы долой. И закрывать теперь будем полностью ребра. Выбираем. Так, выбираем вот это ребро, вот это. Через Shift опять же все это дело делается. Так, верхнюю пока не трогаем. Семерка на numpad. Делаем E. Опять же E. Теперь переключаемся на вершины. И вот это все нужно слепить. G слепка. Так, вроде бампер, задняя часть вырисовывается. Здесь вот нужно будет добавить сейчас ребер побольше. И все это дело дооформить. Так, что тут еще можем сделать? Попробуем позакрывать вот эти полигоны. F. F. Во. И тут уже получается дефективный полигон. Треугольником идет. Ну, в принципе, ничего. Как говорится, пусть себе идет. Вот мы это все дело сейчас F закроем. И вот этот тоже. Потом порежем, как надо его. Ну, вот что-то в таком духе. Теперь нам нужен еще как бы бампер, да? Ну, выбираем. Давайте опять ребра. И вот эту часть, наверное, Е прогоним тоже по низу. Так, что тут получилось? G. Немножко выравниваем все это дело. Ну и попробуем опять же закрыть. Так, вершину G. Под низ и эту вершину тоже под низ выводим. Так, здесь вот у нас будет уже бампер. Вот эта часть, значит. Вершины все подравниваем. Что-то уводим вглубь. Так, здесь теперь наметить нужно, где будут фары. Так, 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 это вот будет. А будет это у нас вот это. Так, наверное, вся вот эта часть будет. Выше поднимем вот этот регион полигонов. Вот так, да. И выделяем теперь порезку, делаем вот этой части и углубляем ее. Вот именно вот эту часть. Как это все сделать? Опять же, К нож. Давайте вот отсюда резанем. Enter. Поправляем вершины теперь. Так, вот эту вершину тоже поближе к верху. И нужно низ вот этот отбить. Это получается опять же К. И отбиваем вот эту часть тоже. Enter.
Выбираем теперь полигоны. Ну и попробуем все это увести вглубь. G. Во. Теперь нам нужны фары. Режем теперь фары. Ножка. Enter. Теперь получается K. Enter. И делаем еще раз. Нож. И вот так все это дело. Enter. Так. Фары еще вот здесь нужно отбить. Так, пардонте, Ctrl-Z. К английская. Где-то будет, наверное, ну, фара вот до сюда. Еще раз К отбиваем, чтобы у нас был порог. Теперь К еще режем. Enter. Ну, еще раз К. Enter. Выбираем теперь полигоны вот эти. Так, не низко. Так, нужно, наверное, сейчас ребра еще поуводить. И G увести их ниже. Вот так где-то. Вот теперь выбираем полигоны. И делаем фару. Ага. Еще один косяк нашел. Вот здесь нужно порезку тоже сделать. И выводим их или вглубь, чтобы потом фару отдельно сделать. Можно вот G вот так увести. А фары потом здесь сделать отдельно. Так. Вот так, наверное, и будем делать. Так, что тут получилось? Так, теперь фары немножко выравниваем, как бы. Распланировать их надо. Сетку поправить тут вот эту полосу. И здесь вот этот угол. Получается, надо G немножко увести. Так, а что тут получается? Так, К. Так, теперь нам нужно вот эту часть вывести. Жмем К. Отрезаем ее вот здесь. Enter. И выводим вот эту, вот это ребро. А лучше, наверное, вершинами ее.
Выбираем вершины вот эти. И G выводим вперед вот так. Вот такой получается выступ. Здесь вот. Так что здесь за косяк у меня. Так, это G. Что это за вершина тут? Во. Delete вертексы. К. Нож порежем. Где-то вот тут Enter. Теперь вот эту вершину G подкорректируем, чтобы это дело более-менее правильной формы было. Так, что тут еще? А теперь вот это все закрываем. F. Вот так. И дорезаем. Ну вот что-то уже. Так, вершину G поправляем. Так, а что, и прикольная, а и нормальная. Так, вот эти чуть-чуть, наверное, вершины поближе. Так, вот это вот нужно чуть-чуть выровнять. G. А вот эти вершины нужно поближе подвести. Вот к этим. Так, GT почти готово. Сейчас разберемся вот с этим бампером нижним. И, в принципе, можно... Так, ну а тут ничего такого. В принципе, остается так же. Вот здесь вот только что вот это вот ребро должно быть. Так, оно есть. Нижний край есть. Ну, здесь вот под трубы сейчас сделаем. Две трубы должно быть. Так, вот эту часть, наверное, G. Еще чуть-чуть пониже. Эту повыше можно чуть-чуть. Режем теперь под трубы. Вот так. Enter. Теперь делаем К английскую. Режем. Выравниваем полигон. Выбираем вот эти полигоны. F.
N панели, находим опять donut loop tool и циркл делаем. Делаем S, делаем R. Как-то вот так подравниваем. Теперь делаем I. Ну и попробуем увести вглубь. Так, что-то вот такое должно получиться. Ну и как-то поровнее. О! Так, здесь будут две трубы, здесь будут потом фары, здесь ребрами еще потом подобьем. Ну и ничего так получается. Единственное, крыло вот потянуло. Давайте крыло дорежем. Enter. И теперь G, чтобы это все классно выглядело. Подправим так. Так, и это дело есть. Теперь нам нужно сделать вот здесь вот как воздухан. Здесь оказывается не стекло. Выбираем полигоны. Вот эти вот полигоны выбираем. И делаем вот так вот. G. Теперь делаем R. И еще немножко на G. Во. Многовато. R. G. И еще немножко R. Во. Чтобы поровнее было. Это будет как воздух забирать. И еще один должен вот здесь вот быть. Сейчас мы его нарисуем. К. Вот отсюда где-то рисуем сюда. Жмем Enter. Теперь вот здесь вот нужно отбить тоже. К. Где-то вот отсюда, наверное, пониже. Вот так вот. Enter. И вот эту часть тоже, наверное, отбить. К. Так. Вот эту часть отбить. Так, здесь есть. Ну, короче, сейчас вытягиваем, а потом будем смотреть, что получится. Так, вот эту часть и вот эту часть и вот эти части тоже выводим сюда. G, R, что-то в таком духе должно получиться. Так, это вершинами сейчас подкорректируется. Вот эту вершину G вглубь и вот эту вершину. Так, здесь поплавнее переход делаем. Что-то в таком духе где-то получается.
эту поближе сюда. Так, эту часть как бы сюда. И ножом не соображу. Так, вот эту часть тоже, вершину G, как бы сюда, наверное. Вот так вот. Дорезаем теперь вот эту часть. Enter. И дорезаем нижнюю часть. Вот отсюда где-то. Enter. Выбираем теперь, наверное, еще вот эти вот так. Выбираем вот эти вот полигоны. Так, нет, не эти полигоны. Так, 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 так. G. Выравниваем вот эту полосу. G сюда, эту как бы, наверное, сюда. Эту повыше. Ну, что-то в таком духе должно получиться. И, наверное, вот эти полигоны, вот этот, вот этот, вот этот, немножко G вытянем вперед. Вот так. И вот этот полигон, тоже вот этот, вот этот. Тоже G. Как бы вот таким вот образом. Ну а теперь вершинами все это дело докорректировать.
утоншить G, выровнять вот эту полосу. Ну, словом, машина будет приближена. Неточная копия. Так, и вот здесь вот где-то должна дверь быть. Нам теперь что нужно сделать? Вот эти все вершины. Вот эти. Так, пробуем G. Так, что-то не выбралось. Ctrl-Z. И вот это все нужно к воздухану перетянуть вот сюда. Так, а воздухан вот этот нужно тоже поближе сюда теперь перетащить. Так, что-то в таком духе получается. Теперь вот этот воздухан тоже чуть-чуть нужно как бы уменьшить, наверное. Ну вот, уже что-то. Крылья теперь подравниваем. Смотрим, что получилось. Так, нужно вот эти вот части поровнее, наверное, сделать. Ну, зад нормально, перед вроде как. Edit mode. А теперь нудная работа, корректировка вот эта вот.
Так, ладно, с этим пока закончим. Ну и давайте теперь пол. Вот это вот сделаем, закроем. Так, как будем делать? Все это сделаем тремя этапами. Сначала выберем ребра. Вот эти ребра убираем. И Е. И еще раз Е. Так, смотрим, что да как G. Поднимаем пол. Shift-Alt. Выбираем полосу регионов, вот эту, ребер. И чуть-чуть кверху еще раз поднимаем. Теперь нужно дальше идти закрывать это все дело. Выбираем вот это ребро, вот это, вот это. Так, это не надо. Вот эти ребра тоже. Ставим в такое положение, жмем Е. Выбираем только вот эти ребра. Жмем G, R. Теперь опять E и стыкуем. Выбираем вершины. F закрываем. Ну и подравниваем тоже. Смотрим, что получилось. Закрываем и вот эту часть тоже. Ctrl-Z. Вершину одну не выбрал. Во. Здесь тем же макаром выбираем теперь опять же ребра. Вот эти, вот эти. И делаем Е. Еще раз Е, стыкуем. Выбираем теперь вершины и повторяем все то же самое. F. Закрываем, потом будем все это дело выравнивать. Так. Теперь выбираем. Так, вот эти ребра. Жмем E. Опять вершины. F. Так, Ctrl-Z. Так, часть закрыли. Теперь нужно все это дело приподнять немножко. Так, G. Потом подкорректирую. И вот эти вершины теперь давайте просто позакрываем.
А потом ножом, если что, можно будет их прорезать. Ну и ничего так. Ну, в принципе, и пойдет. Так, теперь что у нас здесь? Так, здесь у нас воздухан. Так, G. Корректируем. Ребра убираем. И вот эту часть. Так, вершины. Так, что нам эта часть покажет? Так, F. Угу. А тут у нас нету никого, да? Значит, нужно взять вот эти вершины Delete вертексы. Смотрим, где там что еще. Так. Ну, в принципе, можно вот эти полигоны пока убрать. Вот эти. Так, немножко G выравниваем. Сделаем вот так теперь. Обманку К обрежем вот тут. Enter. Выбираем вот эти вот полигоны. И delete фейсы. Ну вот так хотя бы что-то. Теперь выбираем вершины. Полигон. Delete фейсы. Так, вот. Вот теперь будем стыковать. А как? Да как, выбираем полностью все вершины вот эти. И просто тупо F закрываем. Во. Теперь К, нож выбираем. Escape. Так, К.
Ну, что-то в таком духе получается. Еще раз К обрежем вот таким образом. И попробуем все это дело вершинами подкорректировать. Так, здесь у нас вот эту вершину G повыше. Ну, что-то как-то так. Так, немножко еще нужно вот эту подровнять. Ну и смотрим, что тут получилось. Да, в принципе, неплохо. И зад прикольный, и перед вроде неуродливый. Ну а теперь некоторые детали подправить. И в принципе, крыло вот здесь нужно, воздухан чуть поправить, сетку вот эту поправить, ребра. Добавить стекла, зеркала, колеса. Ну, колеса я делать не буду. Добавлю колеса, наверное, с какой-нибудь модели. Ну вот что-то в таком духе пока. В следующих роликах колеса надо добавить и посмотреть, как это все дело преобразить уже в нормальную вот эти вот все полосы доделать, крылья дорегулировать, где-то дорезать фары добавить. Ну, словом, уже будет корректировка. Все, всем пока, до свидания.